Здесь я покупал велосипеды. Сейчас я хочу рассказать. Я перестал ездить на них. По какой причине? 5 лет я катался, поменял несколько велосипедов. Решил от них отказаться. У меня жена спросила, почему. А я ей говорю, вот тебя же один велосипедист сбил на тротуаре. Вот, то есть, ну, я его чуть не побил, но он уехал такой, прихрамывая немножко. У нас в городе, вот конкретно в Краснодаре, чтобы быть велосипедистом, надо не иметь совесть. Потому что если у тебя есть совесть, то ты не сможешь ездить по городу. По дороге ездить достаточно опасно, а по тротуару ты будешь мешать пешеходам. Вот, и здесь нужно обладать такой двойной наглостью, чтобы с непроницаемым лицом ехать, сигналить, ну или постоянно притормаживать. Я, например, сигнал снял у себя с велосипеда, и я притормаживал, то есть я ждал, пока люди уйдут на более широкую площадь, чтобы объехать. Ну, потому что этот тротуар, это их как бы преимущество. Вот, поэтому для меня, например, катание на велосипеде было немножко с моральной точки зрения не очень комфортным действием. Вот, оно помогало, конечно, при наличии коксартроза, асептического некроза, давало возможность перемещаться, тем более я работал в различных залах, нужно было в день 2 раза переезжать с одного места на другое, поэтому, конечно, это было удобно. Но потом уже дальше жизнь немножко поменялась, нога стала здоровой, для меня ходьба стала в приоритете. Ходить, смотреть на людей. Причем я вам скажу, что на велосипеде в течение там 3-2 лет я объехал все, что можно в Краснодаре. И, в общем-то, мне уже не доставляло удовольствия по 10-му кругу кататься в одни и те же парки, на одни и те же озера и так далее. Ну, это такое мое субъективное мнение. Повторяю, что на уровне подсознания меня оттолкнуло это все-таки моральная сторона дела, потому что, ну, здоровый мужик, люди оборачиваются, смотрят на меня, а я там на этом велике тыкаюсь им в зад, вот, или ездишь по проезжей части, на светофорах там кто-то неожиданно решил выйти, дверь открыть, ты втыкаешься в эти двери, все это создает такое, знаете, неприятное впечатление, которое, ну, заставляет задуматься, нужно ли тебе или нет. Вот еще один дебил поехал. Вот это еще одна история с самокатчиками. Я до сих пор не могу научиться на самокате, потому что вот я в свои 59 лет не представляю, как я буду кататься среди людей по тротуару и мешать, сигналить, кричать им там, пропустите, извините. Ну, в общем, это не моя тема. Ну, а у каждого, в общем-то, своя точка зрения. А это Краснодар. Сегодня у нас... Что, сегодня у нас 1 апреля, да? Вот. Сегодня же 1 апреля, девушка, да? 1, вот, видите, 1 апреля. Вот, поэтому всех с великим праздником обмана и хорошего настроения.